Услышь, вот это мне не нравится. Вот это вот. Слышал? Ты это слышал? Ма, ты слышал это? Ма, что делать? Ты что-то происходит? Знаешь, что собаки не просто так воют? Пойдемте отсюда. Пойдемте отсюда быстрее. Давай, давай, давай. Уходим, уходим, уходим. О, тихо. Тихо, тихо, тихо. Малой, пиши, 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 пиши. Чего? Собаки близко, блин. Слышишь? Сюда иди. Ну что, друзья, всем привет, с вами на канале снова Влад Новиков. И со мной, как всегда, братишка Костян, его давно не было на канале. Я вернулся. И у нас сразу же начинается новое видео, сразу жесть. Потому что мы экстремальные ребята, мы любим этого. Сегодня будет жарко. Ты обещаешь? Огонь. Да? В этом месте, куда мы пойдем, в лесу есть огонь, костер. Там кто-то постоянно находится. Мы сейчас пойдем туда, такое ощущение, что я в Аляске. Но как говорят, типа, туда один парень ходил, пошел туда. И получается, он дошел уже туда, костер заканчивается, и он пропадает просто. Короче, там призраки. Но я найду этот костер, да, обещаю. Если не найду, я его сам сделаю. Мне тоже пугает эта тема. Но я без Костяна бы не пошел. Объектом, куда мы лезем, кулачочек, приветствуйся. Братан, у меня год не было. Ну ладно, давай. А теперь втроем. Отсним. Ты забыл. Это нереально вообще сложно по лесу идти. Стой, это здесь? Вообще вот первый корпус. Я вот, знаешь, уже страшно так смотрится. Я уже. Да, я стрёмно, просто. Я... Смотрится? Стой, а что там светится? Только собак нету, это хорошо. Собак мне нам не нужны. Не нужны. Собаки нам вообще не нужны. Просто вообще не нужны нам собаки. Ни одна не пугали. Давай, пошел. Ух, я застрял, кажись. Пришли? Вот я вижу здание. Тихо, тихо, тихо. Что я могу сказать, ребят? Уёбывать здесь будет неудобно. Мне это не нравится, знаешь? Ты, наверное, Даша зовут, да? Да, медкабинет, слышишь? Стой. Кто? Медкабинет. Где ты прочитал? Медкабинет. Нифига себе. Надо же... Проёмы страшные. Да, надо все смотреть, что здесь находится. Что это такое? Странное название здесь. Да, это интернат. Пойдем дальше, Влад, пойдем дальше. Ну, сейчас пролазим по всем. О, слышь, вот это мне не нравится. Вот это вот. Слышал? Слышал? Надеюсь, слышал? Я надеюсь, тут... Я надеюсь, здесь сатанистов нету. Фу. Ма. Я отвечаю, я просто офигел. А, вот эти переходы. Это вода какая-то вот здесь, смотри, мокрая. Я отвечаю, я испугался. Я подумал, потому что мы когда зашли, я посмотрел в конец коридора и такой бам. Я просто офигел. Я просто офигел в натуре, ребята. Что? Свет выключаем. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Стой, не идите, не идите. Фу. Вот сейчас мне уже страховка начинается. А вот сейчас уже интереснее, да? Да. Что интереснее, собаки? Кто понимает, что не зря пришел? В смысле не зря пришел? Ты видел там собаки какие мощные? Я не видел, я их слышал. Блядь, ну ты видишь, как они же гавкают. Почему они сейчас гавкают? Ебать.
слышал это? Это не так, что хотелось. Мо. Что делать? Что-то происходит. Знаешь, что собаки не просто так воют? Мо, пойдемте отсюда. Пойдемте отсюда быстрее. Куда идем? Куда идем? Что делать? Костян. Уходим, уходим нафиг отсюда. Фух. Слышь, тут что-то неладное. Ты слышал это? Тихо, тихо, не шумите так. Давай, давай, давай. Уходим, уходим, уходим. Уходим. Быстрее, быстрее. Быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Давайте быстрее на выход. Просто быстрее. Быстрее на выход. Главное, чтобы там по трассе, по тропинке побежать какой-нибудь. Блин, мы даже вообще не погуляли, можно сказать, там. Знаешь, понимаешь? Почему? Там, отвечаю, братан, сколько собак я еще ни разу не слышал. Это волчары. Это так, опять гавкало? Ты слышал, они... Стой. Ты слышал, одна из них забежала в наше здание? Да. Одна из них, но... Мне... Бля... Это просто была жесть. Это жесть, ребята, была. Ты туда заходишь, ты понимаешь, что... Все, что тебе сказали, это, бля, правда. Мне кажется, это слишком громко было. Слышишь, помнишь, какие-то цифры Еном говорил? Ну. Смотри. Слышь, посмотри. Смотри. Тихо, не наступай. Слышишь? Это что такое? Сток, это что такое? Чего вы такие шумные все? Чего так? Отсюда или там? Не ходи. Кстати, пошлите, мы там... Да, пошли так. Детский горшок остался. Сейчас не бунавали. Да. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Там что-то было. Да. Вот опять. Откуда? Ладно, стой, вместе, стой на месте. Стой на месте, стой на месте, все стоим на месте. Па! Ё-моё, блин. Пугатель, блин. Чем так пугать-то? Смотри. Тихо, тихо. Вот с этого места начинается все. Это что? Третьего здесь нет, есть... Дальние корпуса, ближе к лесу, они, короче, там 4 этажа. Ну туда, я не знаю, там, там есть. Время? Там есть подвал. Пошли в подвал. Я не знаю, как туда идти. Влад, ты идешь? Пальма тут с ней такая. Такая пальма. Не серьезно, ты слышал, там что-то было? А фонарик вы точно видели? В смысле, что это такое? Там конверт перевернулся. Да мы вас видели, кто там ходит. Но мы не охранники, не очкуются. Тихо, ты не помнишь. Там на первом этаже кто-то угорает. Там что-то пизданулось. Ты слышал? Это ты кинул? Нет. Да, сейчас прятки такие играем вообще. А кто-то серьезно, ты слышал этот шум? Да тут кто-то шел, я знаю, кто там был. Какая картина? Мне тут чуть-чуть быстро сидит сон. Картина веселая тема. Это поднос. Поднос? Прикольный поднос. Поднос вообще прикольный. Пожалуй, я домой заберу, повешу. Может, призраки появятся. Ну ладно, я шучу.
Подожди. Ну да, снаружи. Чего это? Мы пойдем. Подвал есть. Последний подвал. Подожди. Братан, что-то не страшно так. Ты рассказал про подвал? Любовь не свой. В смысле, а про собак тогда что? Не, вот так уже веселее. Два, у нас уже шесть, офигенно. Блядь, я смотрю, блядь, какие-то мумии ходят. А там, кстати, камень кинул. Это, наверное, Гена. Это, наверное, Гена кинул. Мы прошли камень. Это, наверное, Гена кинул. Сколько фонариков здесь. А вот это что за? Вот это что такое? Опять этот ген. Ген, который в интернете мы смотрели? Да. О, кабинет начальных классов. Слышите, пацаны? Расскажи им. Что? С той стороны лучше выходить. Ну, пойдемте. Это подвал? Сюда, сюда. О, опять. То кости? Мои хрящики. Где кости? Твои хрящики, говорит. Пипец, низкие потолки в натуре. Офигеть. Знаешь, отсюда бежать будет неудобно. Не бойся башку об этом. А тут отопление включили. Тут жить можно? Да. Хоть от мамки съеду. Я вот думала. Могу сказать, ребята, вообще огонь. Вчера не получилось пойти, сегодня собрали толпу. Пошли, вот пока собак, кстати, нет. Не, они были, они побежали почему-то, не знаю почему. Пойдем. Пойдем. Нам надо лестницу найти. Кого? Да. Ну, на камеру не надо говорить. О, смотри, какая лепеха, Вась. Это тортик, короче. Давайте разрежем по кусочку бибел. Чтоб вставил, да? Да. Ладно, пойдем. Сам, мы в этом корпусе в тот раз были? Вроде да. Нет, тут тоже. Ничего не интересно. Туалет? Нет, здесь тоже нет. Суки. Суки? Это 7-й А-класс. Офигеть, ты грязный уже, слышишь? Ебать, нахуй, трещина пошла. Да, нормальная трещина. Дай сок, да. Тихо, тихо. Стоп. Стоп, 75 йен. Что это за... Вот что это вот это обозначает? Чувствуешь? Как ты можешь чувствовать это? Я помню, тут туалеты были. Давай, давай, фотку. Нет, то есть странное явление. Это у тебя галлюцинация, белый человек. Ну, как интересно тут. О, извини. Страшно. Вась, что ты там увидел? А тут ничего. Смотри, ты походу где-то вон зажать. Где? Вон розетка. А? Кого? Кого? Кого нашел? А зачем ты туалет фоткаешь? Он тебе что, нужен? Дома туалета нет, тут фото. Это хорошо. Мы оттуда, наверное, пришли. Пиздец, смотри, тут как будто дрестали, пиздец. Тут вообще как будто обосрались все. Обосрались, тут мы дрестали, ебать. Где там прям брызги? Брызги, говорю. Они с соседями знают, блядь. Ебать, смотри, попал, блядь. Скоро оно напополам рухнет просто. Прям она брызгает, сука. А мы вот нам... тут навалили ровненько, там надрестали, пиздец. А тут, интересно, не навалили? Не добежали чуть-чуть, не донесли, блядь. Какие гады, да?
А я пока... Покиньте место. Нет, я девочка, не покиньте место, я в туалет зайду. До дома подергаю. Опа. Тут я какаю, блин, что ты меня снимаешь? Ведро. Я, может, подгузники менял, Джонсон Бэби. Что-то сегодня, все, у меня что-то это, самочувствие успокоилось. Наверное, просто с нами девочка такая присутствует. Мощная. У нас амулет с собой имеется, женский. Женский амулет всегда хороший. Спалил с поличным их? Печка, печка. Печки? Печки? Огонек сделаем? Печки? Печки, огонек сделай? Печки? Не, огонек сделай туда. Печки. Печки рыбные. Печки. Не, Вась, поснимай, посмей. С двух камер снимаю, от переднего лица и от такого лица вообще заебись. То есть, прикались. Заебись, прикались. Пока пойдет. Не влезай, Дима. Не влезай, убьет. Убьет. Ладно. Не влезай. Убьет. Не влезай, убьет килькой. Это хорошо побухали, смотри, еще ничего не было. Да, тут вообще офигенно. Это пушка-яй, да? Это пушка-яй. Что там? Что там? Ну, я там двери, блядь. Чуваки, давайте кто-то один постоит, постоит здесь. Почему? Вдруг кто-то закрой дверь, и мы тут будем. Ты не отмазывайся, ты поссать пошел. Ебать, что двери такие толстые? Это мясная камера, мясо туда, блядь. Что мясо с камеры убегает? Не, мне туда не надо. Мясная камера. Это овощная себе. Камера. Овощная? Блядь, нет, ему в овощную. Блядь, даже морковки не оставили. Даже морковки не оставили. Люблю маму и папу. В какую сторону пойти? Там, а откуда пришли? Мы отсюда пришли. Мы оттуда, да, пришли, нам туда бы. Вот туда вот. Слышишь? Сюда иди. Блять, это... Полоски, это просто полоски будут. Что-то тут уже интересно начинается. Блять, отвечаю, у меня сейчас такая же хуйня вот тут прошел. Мерцнула. Отвечаю, блядь, буду, блядь. На камере у тебя тоже? Да, мерцнула. Камера будет больше, чем вот. Интересно, а у меня вот на этой камере что-то делается? Сейчас ничего нет, слышишь? Пошли дальше. Есть что-нибудь? Сейчас нет. Вообще такие ощущения странные. Пацаны, где сутки есть? Куда? Вон. Можно было связывать. О, смотрите, какой папа крутой. Фу, блин, что ты пугаешь так? Что ты так пугаешь? И все сразу с камерами туда полезли. Вот это большой, вот это качество братан, да? В смысле? Что? Надпись вообще под... Стой, это что? Это здесь горело? Походу, да. Кинотеатр, ебать. Да, давай, Вася. Это вообще четко. Ну, твоя вспышка так все освещает? Да? Да. Хорошо освещает? Да, на GoPro. И мне сейчас это не нравится. Слышишь? Вот такое. Нет. Слышала? Что тебе? Блять, послышали? Куда? Ты куда лезешь? Я тут. Нафиг туда залез? Мне собака здесь не достанет. Да. Чего вы все на меня светите? Я что, звезда? Да. В смысле, они близко, собаки уже. Да блять, ты папа.
Все весело, все равно стало весело. Оставь мышку, она и так дохлая. Не верь, я потрогаю. Давай, она дохлая. Она бы уже залетела. Вы заебали. Она бы отреагировала. Может, она спит крепко. Чувак, что ты творишь? Не знаю. Если бы ты умер, тебе бы хорошо было. Звук не собаки. Мы когда сюда заходили, такой звук был. Когда отсюда выходили, зашли в повторном, блин, уже этого звука не было. Сначала мы... Ну, это странно. Прикольно. Лестница была. Да, прикольная штука. Если вы выходите из двери, то собака поверит. Ёб твою мать, это будет чистить. Это я домой так бухой захожу. А она лёгкая, да? Стой, а там куда зашли? Здесь тут мышей нету? Вечером на лавочке Сарочка сидит. Лавочку нашли. Слушай, что говорю? Это я домой бухой захожу, Дима. Пошли. И на потолке чаще. Этот могут уже вымочки. Но мне на капюшон-то одет, что не могу сделать. Ну это нормально. О, тихо! Тихо, тихо, тихо! Малой, пиши, пиши, пиши. Собаки близко, блин. А где Гена? Там туда стоит. Пошли, к собакам. Стой, ну мы же тот раз ходили, когда мы все вместе шли. Они испугались, убежали. Чувак, давай выйдем, поднимемся здесь и выйдем туда на улицу. Ну, в подвале. А, блядь, ну да. Вообще где? Вот именно. А, в подвале, конечно, смотри, трубы. Пошли они спокойно. Они как на экскурсии ходят. Вот собаки здесь уже. Пусть, а вот это уже. Собаки уже дерутся друг за друга, блядь. А кто к нам первый пойдет? Брат за брата. Ты собака, блядь. Остальные они включаются. Херово это костюм. Нет, большие ворота. Ладно, пошли. Так. Пол 22-го года, кому надо. Какого? 2002-го. Нихуя себе. Очково что было? Когда телефон помехи дал. Ну а когда... И резко сел почему-то. Да, а потом кто-то это, выл. Кто-то кидал кто-то что-то. Кто-то тебя подвес не надо? Нет. Ну его так никогда не подвисал, сколько мы клипов на него сняли. Иди, дай бог. Клипы на телефон снимал.